сильно жмутся, пытаются до двадцатки. От 15 за двадцатку пусть он себе в очко засунет просто, ебать. Двадцатку ему, блядь, давать за какую-то... Сон, да блядь. Просто где взять такие бабки? Блядь, здесь. Просто собираешь... Собирай первичный ресурс, пошли. Эй, стоит сова. Ничего страшного. Это не сова. Бога, давай за звездочкой. Пробегаем, пробегаем быстрее туда. Бога, за звездочкой. Чё ты стоишь-то? Тихо, да тра... А, он спускается. В звезду встаньте. Все. Ноги пизда. Да, про. Вы же помните, там второй дракон убивает после смерти, если расплакаете? Ёлку, ты умер. А, там милики ж не подходят, пока эти лупят. Ну ж небес, давай, паладин. Свой отдал сразу. Какой-то жесткий трэш. Естественно, вайпы не цена трэш. Реально жесткий, ёптер. Серьезно, реально жесткий. Там милики не подходят, там РДДшники их заливают. Не, комнату. Круговую. Ну да, в комнате в круговой. Потому что если милишники проходят, то хилы потеют. Если хилы не потеют, милишники дохнут. Короче, многим людям милики не подходят. Смотрите, сейчас не падайте. Савем можно объяснить пока как Бер кинуть, если вы не собираетесь. Нет, пока не Бер не давай. Да, она уже спросила, я пока сказал без команды не давать. У нас хилы живы? Живы, пацаны. Да, пацаны. Лутайте мобов. Ой, ё-ма. Ну это потому что грозу. А, ой, ёбан, конченый трэш, фу. Тот самый рейд, который убил всех боссов, сука, на трэш не воли. Ну, я хуй знаю. Так, если что, я могу кристалл встать. Не Иван, он тяжелый, ребят. Да. Вы не можете трэш залить? Сейчас... Я не помню, за 5 лет, чтобы падал на этом трэше. Надо делить мобов между собой сейчас. Чё, идем в три танка, идем нахуй. Да, спекость тогда, третьего. Вы все равно упадете. Почему? Да мы поделим мобов нахуй по разных сторонах. Ну давай так. Метки. Ты застрял. Метки. Делай этот выход из застревания. Выход из застревания. Как ты идешь? На Оньку. Да. Ща, я рецепт куплю и сразу на ваше. Я пошу ДД пойдешь, у меня 2 хила 260. Ну нету ДД. Ну, сделаешь. Один на селок, ты стаму дает 3, стануешь. Да, один на селок, 3 стану. А я нигер. Короче, что сейчас будем делать? РДДшники стоят. Так. Этих ледяных, блядь, как они, сука, называются, чтобы я знал? Эти ледяные, можешь так и говорить. Ну, которые вертушку забираем. Короче, мужиков забираем. Ну, к ним милики не подходят. Как они появятся, танки в трех точках будут стоять в середине рейда. Крис в прошлый раз тупо на центре убивали все норм. А когда Гуруч придет в мульте? Часов в 10, да? Не знаю, сказал придет. Возможно, он придет как раз на лича. Мы трэш убьем. Ну да, придет, поможет трэш убить. Да, у него капа там до хера, не успевает отыгрывать. Совет тучу не отдавать, правильно ж? Ну, а давай, но потом. Понимаешь, тучу, да. То есть она дала тучу, а мы мобы прибежали, сразу ей в лоб дали.
тучу эту даёшь. Тогда, когда за тучу. Она это заметила. Вот, все хорошо будет, значит. Я бы тоже на лича сходил бы, на самом деле. Собираемся тут, сейчас подождите, все придут. Стойте. Ой, тут Честер. Стой, блядь! Короче, как мы можем сделать? Мы можем их бить посередине, в принципе. Но РДДшники выходят с мелизоны, нахуй. Дай ассиста. Войду. Да? Кафу. А у тебя какой персонаж, если что? У него лок соленый. Ну, я понял. Кинь ассиста, Войду. Можно, кстати, взять лок, если кто-то там офнится. Ну, тупо, чтобы это, Вальком отдавать его. И Вальке. Так это тот лок, которого мы кинули в самом начале. Кинь ассиста, Войду. Ассиста Войду. Соленый, собираешь ресурсы, приходишь ко мне, и я тебя почарю. Войд, Войд, где ты там? А, да, вот. Да он никак не соберет эти чарки уже, блядь, месяц. Соленый, блядь. О, уже кто-то 25-ки, нахуй. Понимаешь, как это все происходило? Я хотел собрать хотя бы на пару боссов, чтобы шмотки выбить. Мы, сука, убили 10 боссов, а шмоток так и не выбили, нахуй. Вывод, нехуй ходить туда. Вот, я и так говорю тоже. Что делаю? А, вы там? Что, нам туда бежать или что? Что делать? Так, ну, я не знаю, что, что хотите, то и делайте. Когда сбежимся все в центр... Бафы раздадите. Чек на пульт. Все стоим в центре. РДДшники. Танки на вас метка, соответствующее ваше место меткой указано. На мне метки нет. А, я знаю, что моя желтенькая. Пипец. Значит, у меня ромб. Я понял. На трэш уже тактика нужна. Давай, все в шоке. Я сам думал, что какой-то шептун, блять. Пошли. Пошли. Каску. Остальной рейд в центре стоите в кружочке. О, в квадратике стоите. Если что, чуть отбегайте от мобов. Бой, снимай, короче, видео, блядь, тактику нравится. Бахнуть там кому чё. Каски. Садить будет? Нет. Бегаем, мильники, сначала, блядь, по кругу, убивайте всех в круге, потом в звезде, а потом в ромбе. Кто в кругу, того по кругу. Мелкие вылезут. Давайте вот тут так. Ай-яй-яй. Кого убили? Ай-яй-яй. Да. Мы всех залили, короче. Заливайте быстрее. Трон. Лайк. Вот, три трэша. Обратно вернись на свою метку на полу, которая... Когда пойдут мобы с вертушками, прожимки, готовьте свои танки. Мобы, которые я буду себе забирать, не забирайте. Честер, по них уйди. Стан идет. Да, идет. Честер, в центр уйди. Ледяной клинке не стоит рядом с воином. Иначе вы умрете. Да, мобы крутятся, отходите. Либо сбивайте станом. Да, кстати. Мелкие стан.
Отдал Широ. Скоро пауки еще будут. Спасить будут пауки? Везде все слив. Эти ром потом печем. Мобов добивайте быстрее. В ромбике в кружке. А на дракончика такая же херня будет или нет? Не знаю, посмотрим. Не, там изи. Там у них небес, старфол. Да? Да, пошли пауки. Стоим по точкам. В центре рейд. Звездопад, давай чё? Нет, рано. А, надо было бабл нажать. Бабл нажать и вырывать. Мелкие идут. Теперь можно звездопад. Давай, включай стафол. Придумаем тактики на ходу, блядь. Ну а как еще? Такой трэш ёбаный. А то он больше вайпов был на трэш, чем на босс. А можешь мне иннер дать по хулипалу? Иннер, пожалуйста. Спасибо. Уже. Иннер на трэше, это просто жесть. Да ёпта. Ромбик сводит их всех. Мелизон. Сводите, увешьте, давайте сводим и увешим. Это будет он, если вайпнуть себе. Нет, теперь уже. Лужу холи повесил. Сейчас молоток будет бегать. Я и холи пал, и эр пал. Дайте могу. Пока не пропалит. Пошли дальше. Понимаете, может, я резну. Они разве тут пропадают? Да. Там. Не, я думаю, на этом сражении пропадают. Они уже должны были пропасть, если так пошло. Ну, значит, не пропадают. Хотя должны. Смотри, ачивку. Значит, Лимон, на тебе мелкие дракончики, на мне большой, по одной пачке бомбить. Я в ДД. Одной пачки? Да, ты в ДД пока. Дайте мы что ли ману попьем, потому что там да, остальные тоже. Есть у кого мамонт или что-то еще, либо джифс? Вон слева портал, сбегал, починился на первый этаж. Кстати, надо сходить. Пошли, починимся. А починка на первый этаж. Так, куда я протонулся? Турку, наверное. Ну да, тут 200 кору отдают за эти, за петы. Как их, за... Это не пет, это тринка, да. Да-да-да, за тринка или что? Это тринка, 260 левел. Вот, я думаю, на мамонте по-любому у кого-то бабки есть. Две недели на полетке уже коплюсь, никак не могу копить, блин. Сколько тебе осталось? Много, 4 косаря. Постоянно всё. Охуенно ты копишь. Коплю вообще не то слово. Смотри, голды ебать. Да я постоянно, бабки есть, там косарь 2 появляется, я профу качу. Как так-то, блядь, 240 левел шмоты, нахуй у него шмотки ссылка. Походу донатер, блядь. Да. Пусть ачивы смотрит. По ачивам сразу видно.
Чё, я, конечно, молчу, а сова с этим, с Триней из Геры, Карагер бегала неделю. Ты пропал. Ноги сдал. Где спал? Как он? Это в свой гнев не бездашь. Не бывает. Полые палы, блядь, полные единички держат. Знаете, чем я не люблю армсов? Они на трэш вообще нулевые. Нихуя. Ну, если у тебя БШ включен, тогда да, первый. Но у меня вилд без БШ. Упал резко, сходи, не врывайся. Так я резко. Давай резко. Я одной бояшки засосал, кать. Я в шоке, реально. Врывайся. Ой, блин. Блять, я прожал. И мне пиздос. Yeah. Ой, Роми. Еще один минут. Ну, конечно, с ваншотом. Боб, будете орать. Зихре подают? Я реально буду бопы вам давать, отвечаю просто. На, тащи, задолбал. Вы бьете на балконе или на лестнице? По вашей тактике X1. Сейчас ты полегче. Без разницы, где бить. Полегче. Значит, будем... На балконе еще можно бить, когда она улетает. Плюс на балконе, когда на нас, вот на балкон, не падают эти бомбы, блядь. Если падают в центре, лестница в центре. В этом плане, конечно, удобно. 25-ки ты просто поражаешься от этих бомб, там это... Ну, сложно умереть. А тут задыхаешься. Один на хп и все. В балконе есть свои... Тесты, народ. Не, тут Джоки на балконе бьют вообще. Я еще раз повторяю, без разницы где бить. Ну да. Я спрашиваю, какая у вас тактика? Вы на балконе или там? Какой тактика очень нет? Простая. Прятаться за глыбы, скидывать стаки и бить босса. Я не про это говорю. А так можно? А нахуя? Можно так? Было стоить? Да ну на. Еще двое тут на балконе привыкли бить, я понял. Хуля иная. А где Роми? Зачем тело покинуть? Роми. У тебя резцы собрались, ты тело покидаешь. Объясните по телу. Я не вижу, где тут тело его валяется. А, вот он. У меня маны нет. Все, летит. На них кровотечение не пашет, серьезно? Серьезная хуйня. Музыка мне нравится, прикольная. Ты что, музыку слушаешь? Только хотел спросить, а в этой игре музыка есть? Да. Так, начальник. Причем не в районе.
водный эффект еще поставь туда. Второго дракона убивать, потом будете. Вот как вы видите, играете. Да, все верно, так и делается. Бьются в той круглой. Я понял. Стандарт. Я вам покажу, как ставить. Сейчас я покажу, как ставить. Войд покажу, чтобы это можно было эфир и выйдить. Милик. За колонну, короче. Прятаться. Долго бьем его, 50%. Че, много хп так у него или че? Жирный, аккуратно, не сагрите второго. Планы, конечно, охренел. 22 ляма хп, 8 укусов. На циркуле она убивалась 4 укуса. Если... Хватит это уже повторять, всю эту туфту. Просто тут бафа нет. Че вы такие невменяемые, я не знаю. Все люди чего-то к чему-то равняют, так что все, тишина. Туп-ту, блядь. Нам просто есть с чем сравнивать. Если никого-то нет с чем сравнивать, просто не слушать, и все, блядь. Ну вот просто вы, в голосе у вас удивление, вот я не удивляюсь здесь ничему. Видно, бафа нет, и нечего удивляться. Я поведу дракона. Здесь, в смысле, куда ты чем, его там чем? Это? Здесь стоит печатники, можете бить его. Когда кастуется каст, сейчас я вам скажу. На кушачке, как он там называется, вот, растать. То есть съебаемся за колонну, и никто не бегает. Сейчас мы его поставлю обратно. Войд заберет. Но у меня-то не фиг. Все, если Войд убегает, я ставлю обратно. Прям тут. 5% убегаем в комнату. И все. Хода же здорово. ДД тоже может морду отбегать, если попрятаться он за ту колонну справа, где стоит шаман. Раскат 4, опа. Красава! А тут никто давай, не знал заберу этого. Я дёрну в сторону. Забирай обратно себе. О. Вот так вот играть надо, запоминай, кто будет танчить. Что я на магии играю. Будет танчить, знаете, как он будет танчить. У РНЖ можете просто набрать рейндж, у него фир 40 метров, по-моему, 30. Где сова стоит, там точно фир не достает. Проверим, еще один карт будет. Да, один будет. Опа, отрёв малину сову. Вот, пристань зафирил, он там стоит, где прист. А, трипет стоит. Чё? Тотем трипета стоит. Ну, он только на пати делает, правильно? Ну, это по присте было. Забегайте в комнату. В комнату забегайте все. Тотема забери. Саня, убери тотема. Я не вижу анимации этой хрени. Её нет. Всё, сегодня раз 10. И ну то прям не агрится. А для чего тотема убирать, если что? Она сейчас агрится. Чё сагрится? А она отойдите обратно в комнату, один сагривает и выйдет, и всё, и потом она не выйдется. Ну, а потом она не агрится уже. В смысле, вон она стоит. Что-то я чуть не понимаю. Она сагрится, если перебежать на балкон. Надо, чтобы мы зашли... комнату один заивейдил. Давайте заивейдил. Стойте еще раз, что вы хотите сейчас? Зачем вы выйдете? Потому что она на первом тетом, на первом пуле агрится, если подбежать. Вы где хотите, на балконе бить? Да.
Вам что, делать нечего, что ли? Чего вы вообще вот... Нет, на самом деле пофигу, где бить. Кто тактику будет рассказывать про глыбы, про освобожденку, рассказывайте. Давай, мастер. Хотите, чтобы я расскажу? Ты, ты у нас орал. Я не знаю, как тут освобожденка, Паш. А, хорошо, тогда я расскажу. Значит, первый... Я не знаю, как на этом серве, Паш. Твоя фаза, босс, слушайте внимательно, особенно те, кто здесь не был ни разу или был мало раз. Первая фаза, все бьем босса. Он будет кастовать. Он будет кастовать. Копить нельзя. Присты могут скинуть тучкой, всем остальным не больше двух стаков. И надо их скидывать, чтобы не бахать по рейду. Будет еще притяжка. На притяжке всем нужно бежать. Бежать все обратно сюда к ступенькам. Будем бить ее здесь. Не поеду я туда. Здесь бить. Здесь бить. Мне тоже не нравится балкон. Блять, у меня клаустрофобия там начинается. Почему на балконе вам не нравится? На балкон с вами изи тактика, блять. Если вы классные игроки, значит вы его убьете. Можно с любой стороны. По любому способу, да. По любому способу. Это без разницы вообще. Поводу взлетки. По поводу взлетки. Когда начинается взлетка, Синдра кидает две метки на рандомных участников. Они должны стать там, где сейчас Ромбик и Печенко. Поставьте обратно Печенку. Да, слева и справа от дорожки. Набрать рейндж друг от друга. Ну, вот сюда, честно прыгай, один сюда. Ну, сюда и сюда. Короче, слева, сюда. Справа от дорожки, рейндж друг от друга 12 метров. Вот, прячемся за склепами, 4 бомбы падают. 4 бомбы упали, разбиваем склеп, бьем босса. Когда начинается вторая фаза? Освобожденку также нельзя стакать, вот, потому что по вам будет проходить урон. В гере вы будете... Далеко, Лимон, извини, прошу, вот сюда, сюда ставь. Честер, не перебивай, пожалуйста. Спасибо. Вот, я вам покажу, когда трай начнется, куда нужно будет вносить метку на второй фазе. Поставлю на себя метку, посмотрите. Во фрейм к Синдре забегать нельзя, когда вы будете вносить метку. На второй фазе будут кастоваться ледяные метки. Эти метки нужно носить под лапу и влево. Первую мы несем под лапу, вторую мы тоже несем под лапу, туда, куда ее. Третью будем выносить налево. Вот. По поводу склепов. Те склепы, которые выносятся налево, бьют, бьют милики. Потому что вас больше, вы ее быстро раскоцаете. А РТД продолжают играть в Синдру, когда метка выносится налево. Вот. И так играем до победного конца. Что вы делаете с меткой? Значит, смотрите. Метку мы выносим под босса. Смотрите, блядь. Желтая метка, звездочка. Там будет стоять локоть Синдрагоса. Туда, на второй фазе, будете ставить глыбу. Лимон будет говорить, когда разбивать, когда стопать. А кружок с ромбиком, это метки, когда на взлетке. Глыбы туда, люди с синими метками туда встают, я так понял. А треугольник, это где стоит рейд. Значит, когда надо будет на второй фазе глыбу в сторону отнести, несете ее вот где кружок стоит, чуть подальше от кружка. Поставь сюда метку луну, пусть люди туда сразу место. Вот здесь, где я стою, прям сюда ставь. Вот крестик, вот сюда вы носите на второй фазе метку, когда вам скажут метку влево, вы бежите влево, блядь, а не назад, не направо и не вниз, нахуй. Вот сюда только в крест бежите, слушайте, что говорить буду. Все, вроде все. Пол ребаф раздайте. Раздаю. На притяжке не забудьте бежать, вот еще что. Да, сразу предупреждаю, тут притяжка немножко специфическая. Вы когда притянетесь, вы поймете. Хорошо. Че, кто там? Кто запускает? Пускайте, я готов. Я, все готовы, да? Танки запускают. Опил настой, готов. Вот первый танчит. Бьем. Геро отдавать только по команде. Когда в фрейме босса не стоим. Ставлю. На себя метку вот такую синенькую. Будет ориентироваться видно. Обморожение милики. Роги. Больше 6 стаков не стакайте обморожение. 6 стаков набрали, эскейп. Нажали, стоим, ждем, пока скинем. Всех притянет, нужно всем отбежать к трусам. Зеленый мед. Отбежали. Бежим. Стопаем, встаем. Мы
Лично освобожденная магия ее убила, освобожденная магия ее убила. Орхидея. Тебя вешаются стать освобожденным потом магией. Они отображаются у тебя рядом с категорией. Уже посмотрела у меня. Расскажите, бейте. О, сейчас будет две метки. Встаем в ромбик и печен. Встали, бегом, бегом на левом мульте. Все, прячемся за бомбами, смотрим, где они падают. На войде метка, я заберу Синдрагоса. Прячем. Нету на войде между метки. Бомбой и вами. Чтобы между бомбой нету и вами был склеп. Нету? Стоп по левой. По левой стоп. Вообще, не дотаете их, кстати, когда бьете. Бейте только прямыми заклинаниями. Еще бомба. Разбиваем. Разбиваем. Разбиваем склеп. Играем пока без орхидеи. Орхидеи лучше. Да. Играем по синдре. Пусты, давайте. Чтобы не... Милики 6. Нажали скейп, стоим, ждем. Тут вообще стаки не накладывают. Такой... Варимся 2 стака максимум, 3 уже. Тише, тише. Трай, привыкайте играть молча. Только если что-то смертельно опасное, можете что-нибудь сказать. Если ты раз забыл. Прибегаю сейчас лечь, потому что ДПСа не хватит нам без СВ. Прибегаем. Не хватит, да. Отходим, давайте бьем. Ложимся. Ну пока бьем, пусть сова поймет, что делать. Нет, время тратить. А, без совы не хватит ДПС, ты имеешь в виду? Да, не хватит. Ложитесь. Тогда иди, Ванда. Под морду вставайте. Давайте, ложимся. Сова, смотри. Да, видишь? Она все, она увидела, что смотреть нужно. Она не поняла именно, какой дебаф... Дебаф, освобожденная магия. Еще раз объясняю. Сова, слушай внимательно. Синдра вешает на рандомных участников рейда с маной освобожденную магию. Она висит на тебе 30 секунд. У тебя есть дебаф рядом с твоей категорией. Вот. Плюс, когда ты что-то кастуешь в босса, заклинание, у тебя появляются стаки. Освобожденная, как она называется? Войд, как она называется? Освобожденная магия. Освобожденная магия, да. Соответственно, сколько ты кожник, ты можешь 2-3-2, там 4 стака настакать. Да, на Рога убежал, жопу Рога наш... знает. Надо сове объяснить, чтобы сова смогла. Давай, сова, я тебе объясняю. Сова, если на тебе освобожденная магия, максимум 2 коста и ждешь, пока спадут эти стаки. А чтобы они максимум. Спали, надо сойти за глыбу, они просто так не спадут. Нет, это на второй фазе. Они просто так спадают, они спадают. Просто так с тебя спадают, ты получаешь урон и после этого сможешь снова давать. Да. Ты снова набираешь стаки, по 2-3 стака набираешь, получаешь урон и снова продолжаешь дамажить. То, про что ты говоришь, вешается на второй фазе. И вот эти стаки уже нужно скидывать за глыбу. Ставьте рыбу. А ты про это рассказывал? Или надо рассказывать сейчас опять про это? Вот расскажи про вторую фазу, про эти стаки. Называется слушайте, там темная энергия. Значит, таинственная энергия, которая на второй фазе, когда 35% у босса, босс уже не взлетает. Каждые 8-7 секунд по всему рейду проходит из центра босса таинственный взрыв такой, как чердейский взрыв мага. Он стакается до 99. Один стак увеличивает входящий весь магический урон по вам на 20%. Когда вы наберете 5 стаков, входящий урон, тикающая аура от Синдрагоса, которая по 3000 тикает, будет тикать в 2 раза больше, по 6000. Поэтому, чтобы не умереть здесь, на второй фазе, нужно за каждой глыбой, которую босс кидает каждые 20 с чем-то секунд, прятаться всему рейду, в том числе танкам, и скидывать эти стак. Если у вас набирается больше 5, то рейд будет вайпаться. Поставьте рыбу, если у кого есть. Тут. А, рыба давно. Понятно. Ну, без рыбы будем, как бомжи. Я сказал, рыбу ставлю, сейчас взял. Не слышно было. Да у меня процессор слабый, он у меня проглючивает. Нет, без рыбы как вообще не мог рейд ходить, на самом деле. А как ты хочешь третью глыбу выносить, если на третьей притяжка идет? Нет, притяжка будет после второго склепа на второй фазе. На второй фазе должна быть. Сейчас да. Посмотрим, на какой будет. Там Лимон вам скажет. На второй... Сова, все понятно, что нельзя стакать стаки. Притяжка на третьей. Да не может быть притяжка на третьей. Притяжка каждая. Вторая. Будет, на такой будет, блядь.
Такой будет, мы такой поставим, да, следить, что происходит в рейде. Все, я всех забафал. Таским, протом. Там, проту дал. Ну и самое главное, ребята, когда глыбы на второй фазе появляются, ваш приоритет разбить глыбу, потому что там человек. Если вы не будете по какой-то причине бить глыбу и что-то будете босса колупать, то мы вайпнемся. Каждый человек нам здесь ценен, весь ДПС. Никто не должен умереть. Если один падает, мы вайпаемся. Имейте это в виду. Давайте чек на пол. Роми, Честер. Честер. И поскольку у вас танки будут держать стак? По 4-5. Кто это спросил сейчас? Я это спросил. Не надо никаких стаков считать здесь. Когда танк, который пошел скидывать стаки, скинул стаки, он сразу идет менять. Никто здесь ничего не считает. Ну, поскольку он стакает. В смысле, мы будем меняться надо? Каждые два склепа. Я тебе еще раз объясняю. Не надо никакие стаки считать. Танк пошел, хорошо, сменил танка, который на боссе. Танк, который пошел скидывать стаки, как только он скинул, он сразу идет обратно менять того танка. Один, два он там накопил. Сразу меняешь. Не надо ничего за здесь танков считать. Смотрите, короче. Танки сами знают, что делать. Мы с лимоном все готовы. Знаем. Да, все готовы. Вот, где я. Секаем, врываем прям с пула. Как можно, чуть можно меньше этих взлетов. Обратите внимание, где стоит черепок, квадратик. Вот видите, ближе звездочки, сюда будем выносить мет на второй фазе. Вот сюда будем выносить. Во фрейм не забегать. Все. Фрейм это круг под бот. Если вы туда забежите, вас откинет. Вас тут. Да. Ревность просто вставала за звездочкой босс. Не знаю, как здесь фрейм притянет, не притянет. Смотрим. Отбежали. Отбегайте все. Я. Да. Ложимся. Почему вы не отбегаете? Сова, у тебя есть форма кота, походная форма. Нажала кота, нажала педали и свалила. После притяжки лагнула. Рога. Спринты прожал, бег свой тоже свалил. В чем проблема у вас? Дайте диван, молоко, дайте диван кому-нибудь. Все с маной. Еще раз, насчет... Вот, спасибо. Еще раз насчет притяжки. После притяжки босс кастует 5-секундный каст. Этот взрыв наносит 30 тысяч урона от льда. Это ваншот. Сова, как только притянула, ну лаганула, ладно, понятно. Давайте, чтобы такого больше не было. Разбойник. Твой разбойник может выжить, если ты нажмешь ложный выпад. Прочитай способность, пожалуйста, ложный выпад. Снижает весь урон по области на 50%. Либо кош. Да. Кош не спасает. Спасает ложный выпад. Кош снимает стаки обморожения. Но не уменьшает урон. Рис, усовый комп слабый, сейчас подумаешь, что заранее имейте в виду, что если притянуло, надо сразу давить мышкой на экран и стрелочкой, чтобы бежал персонаж. Не должен. Да, все так и делается. У нас, короче, было как, если кто-то лагал, нам говорили как, просто если вас притягивает, бегите вперед, потом назад вернете. Ну или так. Вообще, на самом деле, подскажу вам лайфхак. Когда Синдра притягивает, если вы стоите близко к боссу, вы прилетаете в центр быстрее. Соответственно, и у вас есть там дополнительная 1-2 секунды, чтобы быстрее отбежать. Поэтому перед притяжкой весь рейд вот лучше, чтобы он стоял здесь за звездой. Потому что вы меньше будете лететь на притяжке, и у вас будет больше времени для того, чтобы отбежать. Запоминайте сразу, потому что я каждый раз это говорить не буду. Кстати, нас свято уверяли, что вот этого нет, что вот по поводу притяжки, то, что если близко стоишь, быстрее притягивает, вот нас уверяли, что этого нет все время. И подскажите, пожалуйста, если в ту сторону прямо оббегать, если в ту сторону оббегать, обратно возвращаться через хвост или голову? Через хвост. Через центр. И через центр. Через морду никогда не бегите. У дракона всех драконов. У всех драконов есть клиф и есть какое-то дыхание. Если вы попадаете, это ваншот. С учетом того, что это Сирус, у Честер, ты где? Честер отошел по своим нужным делам. Био ФК у него 1-2 минуты.
просился. Рогун не потратил спринт, умер. Видел, что произошло? Кто ты хотел его потратить? Понятно. Никого здесь не замедляет, просто прослакали. Рогун думал, это была вторая фаза там. Он думал, что отбежал, а его задело. Да не, ладно бы это была вторая фаза, блин, когда там на Рогу метка может кинуться, да, я бы понял. Эта притяжка, чем она, она немножко тут отличается тем, что она притягивает немножко дольше, и тебя она притягивает в самый центр именно через верх, а не прямо, как на циркулине. Да. То есть ты еще взлетаешь вверх. Ну, я обычно стараюсь поближе к боссу стоять, чтобы быстрее отбежать. Если вам не получается отбегаться, если вас притягивать, просто бегите прямо. Зажмите две кнопки и бегите прямо. Ну да. Или лаги. Чуть потеряем ДПС, а то не потеряем человека. А сова БР будешь давать только по команде и только танку. Ну, больше здесь никому не нужно давать БР, потому что никто умирать не должен. Старайтесь максимально ДПСить, потому что наша задача хотя бы в две притяжки постараться это сделать. Если будет третья, то шансы наши на второй фазе прожить будут уменьшаться. ДПСом не хватит. А когда две притяжки, то вторая фаза чуть подольше будет. Доберси тут 10 минут. Посмотрим сейчас по ДПСу рейда. Наша задача, если после второй взлетки будет около там 50%, надо к этому стремиться. Надо будет давать геру после второй взлетки, чтобы третья не было. Имейте это в виду. Третья взлетка это очень режет на вторую фазу. Мы можем не вывести по ДПСу. А ДПС 42 рубля. Эх, Гурского, конечно, не хватает с ДПСом, блядь. 44, ну... Не, ну что, в обычке тут не дамажит, вы можете набирать освобожденки, ну, стаков 3-4 максимум, это если не повезло. Тряпки обычно набирают 2, кожники 4, латники, ну, полипалы по 6. То, если есть прожимы, то можно набирать по КД эти стаки, под прожимы свои. Там, по ну, я знаю точно, я могу на кольчуге тут 6 набирать. Да, кольчужники, латники могут 6 набирать, кожники 4 обычно набирают. Я тряпкой набираю 2, потому что ну его нахрен. Хотя если я на маге, то я... вообще делаю по-другому. Я набираю кучу стаков, и перед тем, как она притягивает, я жму глыб, и она меня не притягивает. Не знаю, как тут работает. Быстрее лесать ее. Тут еще такой прикол, они должны немножко хилы и АДД стоять чуть-чуть бли... ну, сзади, чем милики, чтобы притяжка была. Часто вставай, ставьте рыбу. Вот говорил, там рыбу поставь. Есть рыба? Рыба есть, кушайте. Ребята, босс очень простой, очень все просто делается. Не надо дохнуть на притяжках. Не вижу этой гильдии проблемы с этим, с драконами. Ничего страшного. Ребят, сова просит очень вперед отбегать, потом возвращаться, потому что у нее действительно второй комп у нас просто дома слабенький, поэтому ей развернуться и бежать сразу, у нее прям видно, что... проблема, отбегай, главное выжить, все. Все, она тогда вперед пробегает. Я могу интересную вещь подсказать. До притяжки развернись спиной к боссу и побежишь сразу совсем. А тут попробуй, тут, по-моему, не работает это, потому что на прошлом трай синдры а все равно тебя разворачивало и короче, крип. Короче, выживаете. Ладно, допустим, если так, то имейте в виду, чтобы вы хилы ее захилили, куда бы она ни отбежала. Если, ну, если мы будем терять ДПС, мы просто не убьем этого босса. Я придется поймать. Каску дайте, по-моему. Вот, Честеру дай каску. Молоко по себе, каскани. Все готово. Ты готова? Я не вижу, вот чекал. Точно, все, все готовы, бля. Врываемся в бой. Один сразу. И секрет тебе раз. Только будет притягивать, ребят. Нажми бабу, стой, всекай. Тебе урон пройдет. И ты капельку ДПС побольше нанесешь. Вместо того, чтобы тупо бегать. А можно без бабы? Сражением стопать, набирать этих стаков и бабу. Притяжка 5 секунд. 3 секунды.
протянула Ми Бабблс. Они убегают от отцу. Поэтому я пользуюсь, чтобы не бегать туда. Секунду. Если разворачиваешься спиной, то тебя откидывают именно спиной. Ну, в общем, никто не сдох, уже хорошо. Буду анонсировать притяжку следующую. Улетела манда. Поводу вот это нужно дать, да? Не надо, я вмешательство. Метки, Печенко. Печенко, Ромбик, прячемся за ними. Близко не подходим. Бьем без дот, только прямыми атаками. Либо автоатаками. О, бомба где-то падает. Я надеюсь, меня не убьет. Все хорошо, когда вот бомба робницу в фрейме, может не бояться. Сова. Смотри внимательно на бомбы, куда падают. Стоп, по правой, стоп. Ее не бьет никто. Только рога, по-моему. Бомба. Где бомба? Еще во фрейме. Ничего страшного, не убьет вас. Левый подбивайтесь. Сливайте правый, ну. ДПС хуёвый. ДПС хуёвый. Бейте просто сильнее. Чтобы вас не откинуть. Стоим дальше, ну вот, вот здесь вот не стоим, потому что откинет вас только на дорожке. На капсу завтыкал, посмотрим. Три только снял. Скидывайте, освобождёте, не стакайте, как я говорил, 2-4-6 по классу. Бежали. Дам вам сакру на всякий случай, то надо че. Все живы, играем дальше. Идет на притяжке, никто не умер. Уже прогресс. Взлет. Даю вой какую-то хуйнюшку такую специальную. Метки. Ты меня слышишь вообще? Я тебя слышу, на мне метка. Не левая. Надо мне эту хуйню давать, я вмешательством снимаюсь все затруднения и отражения эффекта. Я не вижу, там ассистите по меткам. Я тоже не вижу. Кто не видит, нихуя в звезду вставай. Саму. Слева далеко, ребята, слева далеко, аккуратно. По центре, чисто центр. Далеко от центра. Подбивайте склепы, алло, 150 кана. Правый стоп, алло, 5%. Далеко, близко слева. Разбирайте. Отлично. Доты не ешь. Да, доты, через доты не играть. Это десятка, все с атаки ложится. Притяжка 20 секунд. Ваня, все. Будем три звездки играть. Да, третий будет. Ну, видишь, ДПС 37. Паладин дает 400. А вода 3200. Мало очень. Ну, минимум по 5, по 6 у каждого. Отбежали. Сакры нету. Отбежаемся. Прокил. Классный вар эта штука. Даем метки. Ромбик, Печенко. Так, я в ромбик. Хилл один, так что осторожно с метками. Так, слева близко на. Забежали далеко. Сова, бегом. Сова, дубовую кожу. Захил сову. Сова, двигайся. Справа. Активнее. В середине все забежали в другую сторону. Сова. Сова пока не шарит, научится. Слева. Правый подбиваем. Разбили. ДПС в босса, приготовьтесь максимально давать. Скоро вторая фаза. Все метки.
которые на второй фазе будут появляться, будут говорить Ники, выносим в звезду. Не ближе, четко в этот круг стоит. Который у нас звезда. Бьем сейчас. Бьем на двум реке. Сука, ебаные лаги. После притяжки сразу рост дашь. Притяжка 5 секунд, приготовились. 5. 3. Дыхание сразу будет притяжка, когда кончится анимация. Полетели. Ну где она? Где притяжка? О, бежали. Так, Сакру не буду отдавать, пригодится на вторую фазу. Шаман рост и грань синдрома, переводим ее. Блин, нет. До 100% будет пить под лав звезду. Все уходят от боя. Метка была одна, чтобы никто не знал. Не будет. Вы страдали, блядь. Не хватило ДПСа. Нет ДПС, да. Играем. Я в ромбик. Выйди, выйди с рейда, сова. Ладно, я. Слава, уйди от меня. Ты что творишь-то? А, ебанулся просто. Кого метки стоят? Слева, справа? Слева дальше. Метка. Посередине. Я Геру просрали зря. Смотри внимательно. Там, ой, сейчас, секунду, да-да-да. Без Геры слакать нет. Стоп, центральный, стоп, нахуй. Убивайте склепы. Все, сейчас так. Внимание, первая метка идет в звездочку. Вот видите, где черепок прыгает. Вот сюда несете. Вторая фаза пошла. Иди с фреймом. Ёпта. Бога. Скажу, метка на... Метка. Где она? Роня, уходим все отсюда. Как только склеп появится, сразу врываемся с него. Вдвоем следующую метку тоже подлав. Сюда же. Ждем метку молоко. Ты меня, меняй, Валатор. Подлав. Паладин, все нормально, он там. Так, глыбу сейчас не сливаем. Че за хуйня? Че она, блядь? Сакру отдам, понятно, ложимся. Молодцы, блядь. Ой, вот, а чё, а чё, 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 чё находит тебя, бля, объясни, пожалуйста. Я не ебу, чё находит, в лоб ей дай, нахуй. Я не понимаю, почему ходит. Ходит, нахуй, значит, будете дальше отходить. Резайтесь, сейчас надо... Я сказал, что дальше. После третьей взлётки сейчас, сейчас будем пулить в центре её. И когда она будет так вот подходить, она когда глыбы кидает, видать, подходит. А, когда... Сука, забыл. А, надо после третьей взлетки успеть по ДПС. Сейчас еще лучше ДПС. 1%. Вой, там. Вой, там. Может мне стоять с той стороны в балкон и ретаунтить ее, чтобы ты ровно... Да нет, это ты то, что далеко близко ставите вы. Дайте минутку буквально. Почему она подходит, объясните мне. Почему она шагает? Я не ебу, почему она шагает, блядь. Сейчас будет она в центре пулиться. Если она будет подшагивать, будете отходить назад. Хорошо, какая-то ебанутая синдра у вас тут. Если много подойдет к ступенькам, то просто ее отведем и все. Ну тогда я ретаунд делаю. Сбегу там, поставишь. И еще лимон. Как надо. Я тебе не фуловый циркулевский танк. 80 тысяч хп. За первые 5 глыбы скинул в стаке и сразу меня меняешь. Я то же самое делаю. Надо здесь, блядь, стоять, пиздеть. За первые глыбы скинул. И дальше, как только скинул, сразу меняешь. Без хуйни. Окей. Тогда будем через каждую меняться. Я просто привык через две тоже по цифре. Не надо ни две, ни 152. Как скинул, рыбу поставил, если шо, сове жутко страшно. И что у нее, кстати, реально лагает. Сова, страшно. Смотри по меткам. Когда кидает, она не успевает. Она не успевает за всем следить, ребят. Просто не, пока что не успевает. Делаем по-другому. Пускай... Если кидает... Да стой, если кидает на сову, сова твой всегда ромбик. Ты бежишь только в ромбик. Другой отбежит от тебя. Ты подошла и стоишь в ромбу. Все, твой только ромбик. Идеально, все. А можно первый вопрос? Нахера на третьей фазе вы ставите по центре метку? Потому что она одна, и нужно стаки скидывать. И милики ее быстрее разберут потом, им не надо будет перебегать за ней. Меньше урона проходит по рейду, вот и все.
Если мы вынесем метку первую влево, будет, во-первых, сложнее хилить, потому что будут стать. Ладно, не рассказывайте уже эти сказки. Сова, сделай вдох глубокий. Вот так вот. И выдох. Ос. Успокойся, успокойся, все хорошо. Никто тебя не ругает. Лаги это не смертельно. Просто двигайся. Просто ДПС, дамаж, проживаем звездопад ПКД. Давай ДПС. Кидаю зарядку. Честь. Роган, дверь открыл, открыл. Роман тут. Роман просил минуту еще ФК. Сейчас босс будет там, где он стоит. Погнали, бьем. Тяжко 3 секунды приготовить. Один по бабам забыл. Сам, брат. Притягивай. Со стаками. Побежали. На нахуй, смотри, я умер, блядь. У совы реально пошаговая стратегия сейчас была. Смотри, где я умер, нахуй. Что за нахуй, блядь? Ходите кто-нибудь с маной на это налезть. Умер, так умер. Что поделать? Ну далековато вообще было от Синдришка-то сдох. Бред. Я не знаю, какого хера, блядь. Ребят, подождите. Это Сириус. Вот эта штука, это нормально здесь. Готовьтесь. Вот реально, вот это норма. Да, блин, нифига это не нормально. Кстати, Лимон, на слышишь? На Сириусе это норма. Вот все, вот это вот готовьтесь. Лимон, мы когда тоже били ее первый раз с Локом, который с претендентов, он нам тоже сказал, ребята, говорит, вы будете очень долго ебаться, если будете ее бить в центре, именно из-за того, что когда ты выносишь, короче, под нее метку, неважно, под лапу, под центру, под хвост, поебать куда, она, короче, дергается, вот как сейчас было у Войда. Она как это избежать? На балконе. Они говорят на балконе, типа все всегда бьют на балконе. То есть ты хочешь сказать, что если мы будем стоять на балконе, она не будет нам двигаться? Я за что купил, за то продал. Вот Рога плюсует. Ну вообще да, на балкон в какой-то момент народ раскусил какую-то фишку, что что-то не багается или багается не так, и стали все бить на балкон. Я знаю, что багается. Сейчас я вам все объясню, сейчас, когда дойдем до второй фазы, вы увидите. Значит, когда ставится на одну линию центр босса, глыба и рейд, то синдрагоса начинает дергаться. И нужно, чтобы по рейду постоянно попадала ее таинственная магия. Вот это. Поэтому глыбы надо будет уносить одну вправо, одну влево. Ну, тогда ты скажешь. Резайтесь. А чем? Почему ты не хочешь так категорически бить на балконе? Ну, без разницы. Придется все метки перетыкивать. Сове будет сложно, мне кажется. Сова только привыкла. Сейчас. Нет, там одинаково, точно так же на самом деле. Балкон либо ступеньки. Сейчас единственное, я у нее частицы поймаю.